На Нижнекамске там действительно крупная инвестиционная программа. Это ЭП-600, это Гексен, это будущее. Мы запускаем ЭП-600. Это столько Етелена, сколько сегодня. Сегодня. То есть, умножаем на 2. Федеральным гостям и участникам коллегии Министерства экономики Республики компания «Сибур» презентовала свои проекты и план развития. Уже в этом году новый этиленовый комплекс «Нижнекамск-Нефтехима» должен дать первую продукцию. За этиленом уже полиэтилен, полипропилен, полистирол. Да. И гексен. Гексен, да, он в стадии строительства. Это собственная российская разработка. Всего там 2 международных конкурента. Подробно о работе и планах развития Нижнекамск-Нефтехима на заседании коллегии доложил генеральный директор Марат Фаляхов. Большая часть поставок импортной санкционной спецхимии, катализаторов и компонентов для производства замещены собственными разработками и аналогами из дружественных стран. Мы увеличили долю реализации продукции на внутреннем рынке. Нарастили с 59% до 71%. Также митигировали риски по обеспечению критичных импортных позиций по оборудованию. 99% мы защищены, чтобы представить масштаб. На сегодняшний день на предприятии 54 тысячи позиций оборудованной номенклатуры. Из них 99% мы заменили, порядка 600 позиций, которые продолжаем уже такими высокотехнологическими инструментами, как реверс-инжиниринг. Кроме того, ведется масштабная модернизация ремонтно-механического завода и всего ремонтного производства, инвестиции в которые составят несколько миллиардов рублей.